Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем. Максим Галкин выложил новый пост на своей странице в Instagram. В нем он сделал откровенное признание. На фотографии маленький шоумен сидит в компании какого-то мужчины. Снимок старый, еще черно-белый. Тут пошла гулять по сети моя детская фотка, мне стали звонить журналисты, спрашивать, с кем из родственников здесь я, начал рассказывать ведущий. Далее он заявил, что пресса почему-то подумала, что в кадре отец Максима. Но это оказалось не так. Маленький Галкин заявил, что это его старший брат Дима. У них 12 лет разница. Также он поведал, что они оба драконы по восточному календарю. И мама была дракон, а папа кабан, делится супруг примадонны. Игра престолов какая-то. Смеется комик. Снимок начали комментировать звездные друзья Максима. Взгляд очень пронзительный, подметила Полина Гагарина. Ну, Дима вообще не изменился. Хотел написать, что ты тоже, но сдержался, пошутил Игорь Николаев. Отметим, старший брат Галкина тоже живет в столице, но предпочитает находиться в тени. В начале 2000-х мальчики потеряли обоих родителей. Общее горе сделало их еще ближе, хотя и без этого у них были очень теплые отношения. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!